пока Радочка будет есть сыр. Кусочек я ей потом дам. Я в это время распакую посылку. Распаковал. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Вот так снимать неудобно, потому что камера закрывает лицо. А почему я это делаю? Ну, хочется снять ролик одним дублем. И хочется поприветствовать землян. Потому что если я буду снимать селфи, мне придется остановить камеру и монтировать фильм. А я хочу снять одним дублем. Радочка, пойдем со мной. Я тебе что-то покажу. Пойдем быстрее. Пошли. Мы получили посылочку. Вот у нас уже, видите, старенькая здесь накидочка. А я получил, где-то она у нас тут лежит, новенькую. Пошли. А, придется, наверное, монтировать. Потому что я ее одной рукой не постелю. Ну, я хотел сделать без монтажа. Садись. Садись сюда. Вот. Ну, значит, мы будем скрывать. В одном из коробочек, в одной, я спрятал сюрприз для Рады. Маленький. Какой коробочка, она не знает. Я тоже забыл. Ну, ее ждет все равно сюрприз. А я скрываю посылочку. Я уже забыл, что здесь. Она у нас уже 2 недели лежит, эта посылка. Не вскрытая. Вот. Что здесь у нас? Вязон укутывает просто бомбезно. Да, придется камеру, наверное, выключать. Я, знаете что? Скоро я одной рукой научусь даже в носу ковыряться. Обычно я это делаю 2 руками. Ну, жизнь всему научит. Так. Вот это... Ой. Вот это запаковали. Ага. Вот такие 3 тарелочки. Это я одну заказал. Помните, я показывал? Которые... Не искрит микроволновку. А теперь я для полного комплекта заказал еще 3. Ну, сюрприза здесь нет. Ну, видите, какие красивые. Нежненькие такие. Главное, они не искрят. Да, Радулька? Ну, а эту посылочку я, конечно, предварительно, видите, разрезал. Ну, правда, еще не доставал, не знаю, что здесь. Ну, я знаю, что здесь. Я знаю. Там, вон, видите, я спрятал кусочек сыра. Интересно, унюхает она или нет. Помните, этот был Рашфор? Ну, мультик. Сыр! Сыр! Вот, я, видите, даже бантик развязал одной рукой. Да. Ну все. Придется, наверное, все-таки выключать камеру. Пока Радочка будет есть сыр. Кусочек я ей потом дам. Я в это время распакую посылку. Распаковал. Смотрите. Какая чашечка. Желтый цвет мой любимый. Мы с тобой будем чай пить, Рада. И посмотрите, какое блюдечко. А? И главное, глубокое. Потому что я чай пью с блюдечек. И там на дне, видите, розочка какая. Вот такой вот чайная пара такая. Видите? Ну, а здесь мне опять придется выключать камеру. Пока Радочка съест сырочек, я вскрою теперь эту подушку. Что же здесь такое? Да, а здесь оказался облом. Я заказывал накидку, а пришла какая-то куртка неимоверно длинная. Гляньте, это вообще
на великана. Вот такая вот куртка. Придется возвращать обратно. Я такого не заказывал. Она также на меня, я сейчас померил. Она большая, маленькая. Ну, в талии маленькая, а по высоте большая. Ну что, Радочка? Ну ладно, а мы рады этому, да? Будем радоваться тогда вот этим тарелкам. А куртку мы обратим, отдадим обратно на Озон. А вот с этих вот чашечек будем пить с тобой чай. Видите, все желтенького цвета. Ну все, всем пока.